Продолжаем выпуск. Увеличение расходной части областного бюджета на 2,1 миллиарда тенге. Этот вопрос рассмотрели на очередном заседании Общественного совета Северо-Казахстанской области. Чем управление финансов обосновывает такое решение, узнавала Адилия Кушекова. Уточнение областного бюджета проводится в целях устранения последствий чрезвычайной ситуации в регионе. Увеличивают расходную часть областного бюджета на 2,1 миллиарда тенге, сообщила в докладе руководитель управления финансов. Одна из причин – в ряде ведомств уменьшились расходы из-за экономии. Управлению здравоохранения области уменьшить 365,6 миллионов тенге. Это социальная поддержка медицинских фармацевтических работников 194 миллиона тенге. Централизованный закуп хранения вакцины других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения 59,5 миллиона тенге. Управлению координации занятости социальных программ области уменьшить 909,4 миллиона тенге. Из них на 441 миллион уменьшились расходы по части содействия добровольному переселению лиц. В остальном это общественные работы, профессиональная подготовка и переподготовка безработных по программе занятости. Также дополнительные меры по социальной защите граждан. Некоторые моменты смутили общественника Павла Афанасьева. 8-й пункт. Это что за экономия ровно все цифры? 2 миллиона, 2 миллиона, 2 миллиона. Это как вот так? Экономия на одну и ту же цифру. Но мы же все взрослые люди понимаем, что здесь искусственная, да, вот экономия. 4 миллиона ПСД. Вот ровные цифры, они всегда нас смущают. На эти вопросы могут ответить сами администраторы бюджетных программ, пояснила докладчик. Вместе с тем, неосвоенные средства будут распределены в начале следующего года. До тех пор, пока эта сессия не будет утверждена, до тех пор, пока мы ее не зарегистрируем, пока мы не сдадим планы в казначейство, которые 4 раза перепроверят ее сессии маслихата, никакие операции проходить не могут. Этот год действительно паводковый, и мы в течение всего года уточнились уже больше, чем 16,5 миллиардов тенге. Резерв 16,5. Также на встрече обсудили проект, касающийся управления цифровых технологий. Адилия Кушекова, Анатолий Беланок, служба новостей.